Многообразие рассветов и закатов, снятых из окон рязанских многоэтажек, впечатляет. Фото из разных районов нашего города. Конкурсанты присылали свои работы с октября по ноябрь. В декабре жюри провело открытое голосование, выбрав победителей и призеров онлайн-состязания. Объединили фотоконкурс общей идеи. То есть это должен был быть вид из окна своей квартиры, либо там в гостях где-то. То есть не выходя из дома, просто запечатлеть красоту города. И этот снимок должен был быть сделан на закате или на рассвете. Цель фотоконкурса – показать всю красоту природы из разных точек областного центра. А еще приобщить рязанцев к творчеству, доказав, что каждый может стать настоящим фотографом, когда камера направлена на самые притягательные явления природы. Я проживаю на улице Октябрьская. И однажды, проснувшись рано утром, вышел на балкон и был поражен необычным зрелищем. Решил сфотографировать. Для себя я назвал эту фотографию «Природа что-то знает». Но вот «Комсомольская правда» решила назвать ее «Улыбка неба». У каждой фотографии своя история, но у всех у них есть одно общее. Снимки спонтанные. В моменте, когда небесное полотно становилось похожим на картину маститого художника-пейзажиста. Это закат. Сделана фотография вечером, естественно, из окна многоэтажки на улице Интернациональной. Очень интересно мне показалась цветовая гамма, захотелось ее запечатлеть. Перед этим буквально недавно смотрела работу американского художника Марка Ротко, где игра цвета, такие вот переливы, переходы из одного оттенка в другой. И когда увидела, думаю, вот это на небе тоже можно соотнести как картину. Кстати, за лучшие работы фотографы-любители получили призы от спонсоров. Такой конкурс «Комсомолка» обещает сделать ежегодным, чтобы собрать еще больше удивительных красок рязанских пейзажей. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».